И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles, но немножко в другом мире. В смысле, мир-то тот же самый, а вот настройки немножко изменились. Я понял, то есть я подбывал... Вкратце. Я сгонял, лутанул двух носорогов, вырастил, еще слона там лутанул, вырастил, подбывал, побегал, подбывал... ресурсы, понял, что носорог это клевая тема, у него много инвентаря, особенно есть в стаке. Но понял, даже лутав так много, я добуду очень мало. И поэтому немножечко пересоздал мир, получается. Сейчас, конечно, изменить ничего нельзя. И в целом сейчас риты на все 5x, на убийство 10x. То есть это общие рейты, а убийство дополнительно умножается на 2. То есть поэтому вот за убийство получается 10x. Также что я изменил? Жажда и голод, когда неактивны, уменьшаются в 2 раза медленнее. Теряется только вещь-мешок. Вещь-мешок это весь инвентарь, кроме быстрых слотов. Шмотки и быстрые слоты не теряются, вот здесь все теряется. Это чтобы не было соблазна использовать быстрые телепорты. Быстрые телепорты, ну, знаете, вот так вот. Ремонт браслет и полетел. Вот, чтобы вот этого не было у меня соблазна. Здесь я ничего вообще не трогал. Единственное, что трогал, собирательство, множитель урожайности. 5x получается чисто 5x, то есть да, вместо одной веточки я теперь лутаю, поднимав две веточки. Множитель восстановления ресурсов 3, это то, насколько они быстро будут появляться. То есть можно сделать так, что ты срубаешь, она у тебя обратно появляется. Троечка, хотя можно было даже двоечку поставить, это было бы вполне нормально. И множитель времени создания предметов рабами. Если я это правильно понял, то это быстрее рабы приручаются. И вроде как, да, быстрее рабы приручаются. Вот это есть совсем вкратце. Ну, еще я немножечко изменил постройку. Здесь у меня было 4 фундамента со стороны. Я сделал 5, то есть он немножечко будет пошире. Что же я сегодня хочу? Я сегодня хочу пойти вот на вот эту метку. Ну, во-первых, здесь у меня серная пещера. Сера нужна для стали. А во-вторых, у меня вот здесь вот... стоит отметка именно для того, чтобы не забыть, где находится именной литейщик. Литейщик мне нужен будет обязательно. Железо нужно тонны. Короче, нужно всего тонны. И именной ускоряет все дело на 150%. Надеюсь, все получится. У меня на это есть 2 дубины. Сделал, кстати, вот такой топорик, который у меня по ивенту дали. Я вам так скажу, приколюшная штука. Кстати, если вот здесь посмотреть в левом верхнем углу, где кулачок под полоской здоровья, ДПС 49. С кинжалами 37, ДПС 49 с этим топором. Очень хорошая штука, я вам так скажу. То есть в плане ДПС урона наносит не кисло. Что в итоге будем делать? Кстати, да, перераскачал характеристики. В первую очередь качал мастерство, так как оно качалось... Так, давай на автобег. Так как оно качалось быстро, я первую качал характеристики мастерство. И вкачал именно это. При перегрузке вы можете перемещаться и уклоняться с обычной скоростью. Мне прочности устойчивые постройки не нужны, а вот это очень хорошая штука. То есть я с перевесом 100%, 200%, 300%, 400%, неважно сколько процентов, могу двигаться вот как вот сейчас. Это что самое главное. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас лучник. Лучник 2-го левела. Да, неплохой урон. Тут как бы не поспоришь. Так, мне нужна кожа. Кстати, шкура, точнее, толстая кожа.
И вот с этого я должен получить эту самую шкуру. Чё-то нифига себе. Ни разу такого не было. И тут бабах, столько много. Ну, неплохо. А, в целом, бежим на метку. Здесь мне точно не нужно. Бежим прямиком на метку. Здесь тормозиться не нужно. Здесь только единственное, что носильщик есть. Но, честно, я сейчас уже понял, что мне, по сути, и носильщик не нужен. Мне не нужен носорог. Вот с этой последней обилкой характеристик мастерства. Вот с этой последней билкой мне вообще никто не нужен. То есть я перегружаюсь и пошел, побежал. То есть мне пофигу на все, что как где. То есть я на это вообще ни капли не обращаю внимания. Так, вот в этой пещере сера. Я не помню. А, да, это пещера пауков. Отлично. Ну хорошо, пауки так пауки. Давай немножечко вас раздербаним. О, отлично, вы там вообще заняты. Я только за. Мне нужно куда-то вот сюда подняться. Выше. И где-то здесь, вот прям вот куда я ползу, по идее. Я смотрел видосы. Иностранные. Хотел сказать английский, но что-то как бы не факт, что английский, может американский, кто ж их знает. Вот, в общем, иностранные эти смотрел, и там, вот где-то вот там наверху должен тусить чувак. А может здесь наверху, кто ж его знает. В общем, должен именной... Ух, твою мать, срань ты господня, заспавнился. Вот это я чутка какулю чуть не выдавил, слышь? Ну, кстати, по нему бесполезно бить кинжалами. Кровотечение он все равно не накинет. Ну, это жиробасина-то какая. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тоже норм тема. Настакивать ноженьку, он медленнее будет двигаться. А ты пошел в жопу, подожди, выносливость остановится. На, скотина. Вот же ж тварь. Кровавый кристалл. Камень. Наверное, железная руда. Ладно, неважно. Немножко отхиляемся. Да, наверное, все-таки наверху, потому что на видосе показывалось, как он сидит около вот такой вот. Да, здесь что-то вообще. Тихо-тихо-тихо. Угу. Ну-ка. Ну да, доброе старое кровотечение, от него еще... Опачки! Боец. Сали. Именной. Не, слушай, короче, я с вами тусить не буду. Боец именной — интересная штука. Я, конечно, очень сильно подумаю. И, возможно, у меня сегодня еще и боец именной появится. А вы идите в жопу все. А в жопу идите. Отлично. Что-то я не задумывался про именного бойца. Но именной боец — штука, конечно, хорошая. Конечно, не факт, что это там прям уж совсем хорошая штука, потому что есть и лучше в городе. Тоже посмотрел этот видос. Я вообще туда никогда в подвал не заходил, а там оказывается вот такая приколюха. Там типа самый офигенный боец, короче, находится. Это, конечно, прикольно. Вот, обязательно посмотрим. Немного ресурсов мне пригодится. Так. Кстати, не, еще до перевеса еще далеко. Стоямба. Топор выкинул. Так.
Сорян, башка летает. Что-то бляха-муха. Развелось их. О, добрый вечер. Вот, кстати, он там должен тут сидеть. Ну-ка. Литейщик. Угу. Ну, соответственно, литейщик первый, кузнец. И вот они должны здесь спавниться. Добрый вечер. Ты чё? Ну вот, будем здесь сейчас бегать, тусить и пытаться заспавнить литейщика именного. Тихо. Кстати, я подстилку не положил. Кстати, у меня от пройдохи еще задание. Надо нанести яд. Вот надо бы нанести яд. Воу! Ты ж нифига себе попал под удар. О, минус один. Сейчас будет минус второй. Почти! Ах ты скотина! Ну вот, отличненько. Козлы, козлы. Но зато лута в них много. Ждем. Так, ну и раз решил подождать немножечко, пока заспавнится вот все дело. Вроде отбежал на нужное расстояние, но что-то не проканало. Вот, решил... А почему бы нет? Я же все равно собрался идти за Серой. Вот. Так надо загонять за Серой. Пещера пауков. Отлично. Пещера пауков. Там спавнится Сера. Я еще в прошлом мире, назовем так его, я туда сгонял. Я просто бегал носорога, короче, качалось по-простому. Ну, гонял, как бы ничего такого страшного нету. Вот не считая вот этих вот начальных пауков, которых очень много в самом начале. Ну вот. Потом как-то все уже совсем пофигу становится. Так, надо обязательно выполнить квест. На смазать ядом кинжал. И вот, кстати, видите, перевес у меня уже 120%. А, мне хоть бахны. Только, наверное, надо сделать... Как их много бежит. Надо сделать обязательно этот факел. Вспомнил, как называется. Да. Так. Отлично. Вглубь туда, по идее, тащиться пока что нет смысла. Я-то как бы без друидов-то тогда лутанул некислое количество, кстати, железа. Некислое количество серы. А с фритами и подавно. Смысла нету далеко углубляться. О, еще железо. Что-то как-то не было в начале серы. Давай углубимся подальше. Здесь немножечко пауков было. Здесь, по идее, наверное, паучий босс должен быть. Ну так-то. Так, свет выкал. Так, махаю заранее. Пошли в жопу. Они просто могут начать прыгать и сбивать с ног. А меня это бесит, когда я трачу время на то, чтобы подняться. Так. Да, вот, ну вот это меня, собственно, и бесит. Да, а еще тут я два левела со своими рейтами качнул. Сейчас третий будет. Но опять-таки же, у меня куча левелов, во-первых, которых нужно качнуть. Во-вторых, я играю один, и мне нужно построить все. Кстати, я вот увидел уровень чистки. Кстати, даже теперь интересно, с какого уровня был чистки тогда.
И мне нужно как бы это все строить, развиваться и так далее. И все нужно добыть, и все нужно убить, а я один, и как? А добрый вечер, опять ты, господи, а? Поэтому риты для соло-игрока самый такой без вариантов уже. Ёпарасоте, да что ж вас так много? Тихо-тихо, погоди-погоди-погоди. Выносливость. Тайм-аут. Был не нужен. Да чтоб тебе еще один. О! Топорик можно с факелом же брать. Вот это спасибо, что задумался кликнуть не туда. Ну и, кстати, пока что это все-таки самый лучший вариант. Ну вот, так уже явно видос посветлее, да, стал? Что-то вот углубляюсь в эту пещеру, углубляюсь дальше. Как будто оно мне именно в эту в пещеру надо. Я ж вообще-то серу лутаю. А у меня всегда так. Вроде пошел серу лутать. А что-то пошло не так. Вроде пошел металл лутать. Что-то опять пошло не так. Ну да. Я тебя слышал. Ну, почти. Да чтоб так... Да уж. Сходил полутать серку чуть-чуть, да? Ё-моё, там какие-то катакомбы. Ой-ой-ой. Не, ну скелет это, конечно, приколюха. Скелеты, они вроде бы от того, что атакуют, накидывают скверну. Угу! Да не, короче, идите в жопу. Я вообще серу налутал уже. Мне достаточно, мне хватает. Видали просто, сколько я урона вношу? Ну, в общем, вкратце ни о чем урона вношу. Так что, погнали, короче. Кто там у меня? Именной летейщик, да? Вот, за ним погнали. Нафиг вот это все. В трех столбах запутался. Да иди ты. Сам знаешь куда. А я вот тоже знаю, куда мне идти. Ну, чуваки все заспавнились. Но мне теперь интересно. Они как-то тусанутся с камнерогами, а? Ну, вот как-нибудь давайте тусанитесь с камнерогами там как-нибудь, вот, без меня только, а? Пожалуйста, пожалуйста, без меня тусанитесь с камнерогами. Спасибо. Так, повар. Боец. Так, тут, надеюсь, вот, боец именной. Летейщик третий. Ну, летейщик третий, мне нужен именной. Хотя, блин, мне и третий пойдет. Ну, тут боец именной. А, я опять забыл ядом смазать оружку, да? Сейчас, погоди. Братва, погоди. Главное, там лучник, чтобы не очухался. Там лучник есть. А, где у меня бутылочка с ядом? Хоп! Смажьте оружие ядом. Хоп! Это ты именной? Это ты именной. О! Пошла жара, кровотечение, яд! О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А ты ж лучник тоже очухался. Не, ну слушай, летящик третий, это норм тема. О, отлично. Белочка выполнена. Не влазь, а чё ты откуда тут? Слышь, подставу пришел тут мне кидать.
Тихо, ну хорош. Так, ну, с камнерогами, короче, залететь в толпу была плохая идея. Это по факту. Понял, отстал, и вы отстаньте. Хоп, хоп. Ну, кстати, летящик третий до сих пор еще живой. Ой, со скалы чуть не грохнулся. У меня этот лучник прям чутко бесит. Воу! В общем, веселье! 30 тысяч опыта за него получил, кстати. Ну, на моих ритах. О! Там какая-то фигня была непонятная. Торс Железного Стража. А, это, наверное, прочность 4000. Это что там, типа вот про вот это, где вот этих испытаниях мне постоянно про голема, что ли, пишут? Это вот это, что ли, Железный Страж? Ну, допустим. Ладно, попробуем еще летейшка заспавнить. Вообще не хотят спавниться. Вот опять уже это четвертый раз и ни одного выше третьего. Ну да, один раз только третий был и все. Ну я их, понятное дело, больнул. И они спавнятся только тогда, когда я их полностью зачищаю. То есть я проверял, ну, то есть я вот сейчас полностью зачистил всех, они не заспавнились. Точнее, я не полностью зачистил, спустился вниз, там вот внизу есть Митровский, этот жрец Митры. То есть я туда вниз спустился, ну и как бы не заспавнились. Сейчас вернулся, точнее потом вернулся назад. Тихо. Хилку не забивай. Вернулся назад, дозачистил до конца весь аванпост и все. Заспавнились. То есть зачищать нужно обязательно. Хотя мне казалось, что не нужно зачищать. И вот в этом-то и вся была проблема в трате моего времени. Да, конечно, я уже научился их раздербанивать на части. Но все еще бесит, что он не спавнится. Надеюсь, с обновой ничего не изменилось, потому что было, ну, плюс-минус недавно обнова, в которой много чего поизменялось. Ну, как много чего? Для меня. Еще дополнительно кверху этого всего. Надеюсь, это не изменило. Ну, хотя видосы полугодней давности с летейщиком вот этим вот. Надеюсь, все-таки спавнится. Причем здесь их несколько разных спавнится. Ну, летящий, конечно, не заспавнился. А вот лучник именной заспавнился. Ну, лучник нужен. Поэтому пока что вариантов нету. Да и разгрузиться надо, а то сами видите, сколько у меня перевес. Почти 600%. Ну тут просто да. А что поделаешь? Много всякого говна. Во, нашел нужное. Так, так, все, погнали до дома. Да, я тут еще пока вот туда-сюда еще подкачался и прокачал статы и в общем да. И в общем да, где мой дом вообще? Так, мой дом где-то там. Ну погнали. Кстати, насчет питомцев, у меня опять носорог вылез. Говорил, не говорил, а то уже снимаю, фиг его знает сколько времени. Опять черный носорог вылез с шансом 10%. То есть когда корону скармливаешь, шанс 10% то, что черный носорог вырастет. И он опять вырос, третий уже. Вот тебе и 10%. Ну кстати, да, я благополучно дотащился до дома. Сейчас надо кашицу сделать. Там просто скашется и силы что ли качает лучше. Хотя погоди, тебе же нужна ловкость.
Надо посмотреть, что там нужно скармливать, чтобы ловко скачалось. Хм. В чем самый главный прикол? Делается, то есть нужно скормить обычную кукетфиш, то есть вот этого. Обычную рыбу надо забабахать. Да, я тут поставил ловушку. Для медведей там типа шанс на свирепого медведя нужна экзотическая рыба была. Ну, в общем, я ее и сделал. И да. Так, ну-ка еще разочек. Ловкость плюс 14%, кукетфиш. Ха, прикол. Ну давай делать кукетфиш. Зажигай. О, не, вот это, короче, мы убираем. Вот это мы тоже убираем. Вот это мы убираем. Отдай. Вот, готовь мне кукетфиш. Так, ну и что в итоге? Лучница уже проснулась, можно так сказать. И даже немножко с ней побегал. Довольно-таки неплохо дамажит. Ну как неплохо? Для своего левела, скажем так, неплохо дамажит. Так, единственное что. Давай-ка я тебе вот это дам. На ближний бой. Просто получается вблизи. Пытается атаковать из лука, получает по щам, ну, как бы такое себе. В общем, я не знаю. У меня уже следующий день начался, реальный, не игровой. И я так скажу, что нету. Нету никого. Ба, видали, да? Половина хп. Лицедей. Интересно. Лицедей. В общем, у меня здесь уже новый реальный день. Отлично. Вот, видишь, и топором в рукопашку. Лицедей оглушил, пригодится. В общем, о чем я говорю? У меня уже новый реальный день. Я попытался немало, так сказать, раз... чтобы они попытаться заспавнить там литейщиком. Ничего не получилось. Поэтому я плюнул на это дело. Ну и просто плюнул на это дело. Я хочу пойти в Асгард. И вот в Асгарде я хочу так не кисло пофармиться, назовем это так. Именно хочу в Асгард пойти. Да, можно пойти в город, но в Асгарде там и надсмотрщик топовый, и этот... Так, танцор, давай, танцуй. Кстати, да, кажется, у меня же здесь в инвентаре. В общем, там и надсмотрщик, там и можно и воинов каких-никаких найти. Там что еще? Литейщик. Два вроде бы даже литейщика. Они мне очень пригодятся. Все, соответственно. Так. Стой здесь. Так, не обходи. Следовать и... Вот так вот повернись. Отлично. Ну, видишь, немножечко прокачивается. И бог с ним. Здесь у меня, как видите, все делается. Да, я установил стол палача, я уже сделал 25 стали, сталь там вот это вот жрет железо. Уф. В общем, короче, литейщик мне нужен без вариантов. Что тут еще? Очень много рампы изготавливалось. Это я сейчас говорю много, а по факту их нифига. В общем, куча времени потрачено. А литейщика так и нету. Ну, зато делал дела хорошие и нужные, скажем так. Так, давай достанем вот этих всех своих чуваков и разместим их здесь. Так, мишанечка. Раз, мишанечка. Дево. Так, вот эту слоняру, господи. Вот эту мы переделаем. Обязательно.
У-у-у, какой здоровый. Самое что смешное, это сколько вот у этого ХП, но он боевой, и сколько у матерого ХП, и он не боевой. Это прям что-то с чем-то. Так, 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 так. Мне нужен желтый лотос. А, не, подожди. Для матерого носорога. Желтый лошадь, блин. Лотос и кажется. А! Лошара! А включать-то куда будет? Ой-ой. А я думаю, что стоит. Так, погоди-ка. А здесь я делал... В общем, на матером можно кататься. Чистокровный. Но он не боевой. Слушайте, давай-ка я сделаю вот это. Желтый лотос. Его я просто еще не делал, и поэтому я не знаю, что, когда, где. Потом, конечно, как вариант, я сделаю когда-нибудь, наверное, всех, но сейчас я не хочу ничего делать. Потом когда-нибудь, но это не факт. Давай забабахаем сейчас вот так. Так, и делаем вот, чистокровный серый носорог. Делаем носорожу. Так, и давай смотреть. О, матерая зараза. Да, ХП точно так же. Также можно оседлать его. Взять, не знаю, что это. В общем, все то же самое, ничем не отличается. Слоняра. По сравнению с носорогом, да? Слоник-то что-то как-то это... Маловат. Вот, это уже простой слоник, как вот этот носорожа. Ну, пускай будут. А, кстати, а давай проверим, ты у нас боевой или не боевой. А, есть такое ощущение, что он будет не боевым. Кстати. Да, вот у тебя очень много слотов. Ну как очень много, 10 слотов, но это тоже неплохо. Когда ты особенно бегаешь и... Где? Кинжалы. А, бегаешь просто так. И лутаешься. То есть очень хорошая штука. Да, вот такой лук сделал себе тоже. Шелк добыл просто тупо из... Короче, дропались палатки. Я палатки разбирал, поэтому добыл шелк. Вот и все. Нельзя атаковать цель. Так. А вот так. А вот так. Ну, то есть вообще никак, да? Да, то есть он, короче, вообще никак. Ну да, то есть он не атакует вообще. Так. Не трожь животинку, скотина. В общем, короче, те, которые делаешь через инвентарь, у них много ХП. Такое, типа, есть седло. Такое, короче, много ХПшный конь. Здоровый много ХПшный конь. Вот так-то есть совсем по-простому. Ну ладно, чё. Конь-то конь. У всех кони кони, а у меня пони. Хороший пони. Рогатый. А, я тут, блин, не знаю, заметили, не заметили, задумались, не задумались. Я картинки ж делал. Решил, короче, превьюшки делать из... Ну, нейросеткой. О, без шуток, прям, нейросетка. А, в телеграм-канале есть бот, нейросетка. Секс, охраняй. Вот, нейросетка. И она была, ну, короче, плохая. Версия 2.1. А, плохая, прям плохая. И я изначально думал, о, прикольно, но не получилось. А, первые две серии выпустил с обычными картинками. Ну, как я обычно это делаю, говно, короче, всякое. И тут выходит обновление. Я просто заглядываю в это обновление. А, начинаю... А, ты чё? А, не, делаешь нормально. Начинаю вводить те же самые запросы, а там просто настолько все лучше стало, что
Я, недолго думая, начинаю делать на все видосы картинки с помощью нейросетки. Ну и, соответственно, сами видите результат. Мне очень нравится. Это прям кайф. Некоторые смотришь, думаешь, я даже если захочу, столько, блин, не смогу так хорошо нарисовать. Да, есть косяки, есть погрешности какие-то, но, блин, камон. То есть там самое главное задать вопрос. У меня, конечно, я вроде бы добавил в описании название. О, видали, сколько мяса у меня? Это я как бы все эти трупы разделываю. Разделывал. А сколько я не разделывал? Ну, в общем, да. В общем, картинка у меня из нейросетки. Точнее, делается нейросеткой. Красиво. Мне нравится. Некоторые прям вообще кайфовые. Алло, ёб твою ж за ногу. Ты чё встал-то? Танцуй, танцуй. Так, сколько? 23 минуты. За 23 минуты должна... Да, всё, забабахается. Фух. Так, погнали за воином. Я хочу всё-таки того воина прибабахать. Так, вот она, дубина. Того воина хочу всё-таки словить. Так, какая из вас у меня повреждённая? Вот ты повреждённая. У которого было 300 хп. 330 и так далее. Вот где-то вот там на скале тусуется. И я вот все-таки хочу вот лучника, воинам, хотя бы вот их... Хотя бы, чтобы серия была хоть какая-то адекватная, а не вот то, что у меня в итоге выходит. Пошел за одним, че, где, как, получил люлей там пару раз. Ай, короче, куча всякого. Ну, а с другой стороны, это Конан. У меня по-другому пока что не получается играть. Я не знаю, как здесь играть. Как-то в арке все получается намного легче. Там все в ряд подряд. Здесь нифига не получается. Ну, возможно, там потому что, во-первых, 5 с лишним тысяч часов игры. А во-вторых, уже есть вспомогательные моды, которые помогают решить ту или иную проблему. Здесь же этого пока что нету. Так, остается мне вспомнить, где они были. Эти клевые рабы. Интересно. Вот не там ли случаем на горе? Или там? Вон там, наверное. Или там? А ты иди в жопу. Кстати, я хотел тут лук испробовать. На каком-нибудь не ваншотном. Так. Ну, 3 стрелы, это хорошо. О, труп скатился. Это удобненько. 3 стрелы, это хорошо, потому что до этого было 4 стрелы. Вот так вот, если по-простому. Простая арифметика. Ну, спасибо. Ну вот, кстати, пробежимся здесь. Вот еще раз, давай, пробежимся. Так. Ну, здесь даже по шмоткам видно, что это простые. Слышь, уроды, мать вашу. Зажали, козлодуев. Вот, с ними и деритесь. Так, ты у нас летящик, ну, второй летящик. То есть, как бы, все по стандарту, все по дефолту. Ладно. А, точно, вот там надо вниз спуститься. Вспомнил, где этот чувак был. Боец, мать его. Он вроде бы... Да ёб твою ж за ногу. Так, отлично. Еще кровавый кристалл. Я не помню, зачем он мне нужен, но воин, если не ошибаюсь, вот этот. Значит, вот этот, к примеру, мне не нужен. Боец был. Повар второго левела. Ну, допустим. Точнее, второго тира все-таки. Допустим, но нет. Так, ну здесь вроде бы только было трое. Так,
давай-ка перевяжемся пока что. Пока что есть возможность. О, сундучок. Ну, нормас. Халява, дело такое. Так, боец. О, стоять! Тихо. Чуть не упал со скалы. Прям как в песне, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Ну, 10% с одной комбо-атаки. Ну, почти 10, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ну, это дубины явно лучше. Все-таки следующий тир дубины. Так что уже хорошо. А я, твою ж. Нифига себе ты там выпад сделал. Дурной, что ли? Ую. Надо было, наверное, все-таки настой из алоэ поставить на слот. А не веревку. Вот так, на всякий случай. Я как-то опрометчиво. Но! Сейчас. О, тихо-тихо-тихо-тихо! Дурной! Эй, дурак! Воу! Дурак, что ли? А если бы убил? Мне пришлось бы оттуда бежать. Оу. Ну вот это замечательно. А, у меня здесь танцовщица. А, не, все нормально. Еее. Салли воин. А что нужно было для силы? Так для силы, кажется, и нужна. Груэл. Сила плюс 14%. Ну и отлично. Запускай. Хе-хе-хе. Вот такие вот, народ, дела. Ладно, короче, будем на сегодня уже все это дело заканчивать. Я нашел кнопку. Как вот этот режим включать? Будем на сегодня заканчивать. Хотел сделать одно, в итоге сделал другое. Хорошо, хоть лучник все-таки именной и мечник. Боец тоже именной. Это уже хорошо. В следующей серии, как я уже сказал, попробуем пойти в Асгард. Вот сюда. Где-то здесь построим маленькое поселение. Как поселение, господи. Три фундамента, один колесо. Возьмем своего надсмотрщика туда, чтобы быстрее приручился первый. И будем уже приручать надсмотрщика. Сначала топового надсмотрщика. Ну а потом уже всех остальных. Будем пробовать, по крайней мере, это делать. Что из этого выйдет? Да черт его знает. Сам не знаю. Сами видите. Хочу делать одно, а получается все через жопу. Все как обычно. Все как всегда у меня. Ну а на этом уже я с вами буду, пожалуй, общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.